Приветствую, командор. Время не ждет. Наши незваные гости что-то замышляют. Искренне надеюсь, что вы примете все необходимые меры, чтобы устранить угрозу. Спасите мир, пока еще не слишком поздно. Удачи, командор. Итак, я вновь вас всех рад приветствовать на нашей трансляции. Мы продолжаем Next серию, как обычно. И, как мы помним, прошлые серии остановились на том, что подтягивали солдат, которых нам нужно в отряд, и собирались идти на миссию. Ну, вроде бы, всех я выбрал, всех поставил. Здесь единственное, только рейнджера заменю на другого, так как оказалось, он у нас в строю. Один час я подождал, он выздоровел. Так, ну пойдемте тогда такой нашей бригадой на миссию. А, подождите. Что хотелось бы? У нас ведь через 2 дня ресурсы. И, наверное, будет уместно поставить комплексное оружие вот сюда, чтобы эффекты от ПБС у нас увеличивались. А ведь ПБС у нас стоит уже достаточно бойцов снабжены. Ладно, возьмем. Так, ну и вот теперь, наверное, погнали. Commander, we'll need to have one of our troops equip the Skulljack for use in the field if we're going to make any progress towards our current objective. Претор все хочет, чтобы мы черепной щуп взяли. Sky Ranger deploy in position for deployment. Advent is transporting a high-value VIP through this area on board one of their transport vehicles. The spokesman would like us to ensure they don't reach their destination. Locate and capture the target if possible. Neutralize him if necessary. Don't leave any hostile forces standing in your way. Так, ну если повезет, то второй специалист у нас что-нибудь да вырулит, да? Основного там у нас нет, он у нас в больничке. Ладно, погнали захватывать. Menace 1-5, target location confirmed. Move to engage. Eliminate all hostile contacts. Пора исчезнуть. Ну что, все как обычно, да? Снайпер вот плохо, что у нас за домом, и она ничего не увидит на данный момент. Ну ладно, сейчас с рейнджером сходим, посмотрим. Выполняю. Опа. Is that an environment suit? Maybe something that can't handle our atmosphere? Those emissions could be toxic. I advise caution, Commander. Сразу Андромедон, да? И что мы тут будем делать, ребята? Их как бы надо подрывать. Выполняю.
Кому добавки? Так, ладно, хорошо. Попробуем. На, держи! Так, 4 броньки в разрыв. Это уже неплохо. Ах ты! Семерка урона пойдет. Так, Альма, змею. Промах. Одну вообще вот не рольнула, не зацепила. По второй промах. Плохо, конечно, плохо. Так, 71. Пробуй. Есть. Одну как свалили. Тебе? Это хорошо. Так, теперь у нас тут маячок. У кого еще маячок? Второго тяжеляка, да? Так, что видишь? 71-68. Подожди. Рейнджер. 84-70. Даже со стрельбой на бегу ты змею не флангнешь. Флангнешь только вот этого, Андромедона, да? Шевели копытами! Двигаюсь на позицию. Ну давай, давай с критом. Хорошо, молодец. Блин, а до ХП осталось. Одно ХП. Жесть. Так, жестянщик. Выхожу. Не дернется. Нет, ты посмотри. Так, этот будет бегать рашить. Нам по-любому надо маячок сейчас будет выкидывать. Дело в том, только кем выкидывать. Ага, ты только змею видишь. Ну попробуй. Так, хорошо. Минус змея. Объект уничтожен. Легкий курок. Фига себе. Это, конечно, хорошо, но... Но... Ладно, наблюдение тогда. А снайпером тогда выкидываем. Делать нечего. Иначе съездит по кому-нибудь из нас. Альма. 13. Жестко. Мы его просто на оверлочах зарубили. Конечно, маяк профукали, но ладно. Ладно. Не было уверенности, что все прям попадем, поэтому лучше пожертвовать маяком. Так, здесь у нас. Сделаем. Погнали. Рейнджером за лутом.
Неплохо. Неплохо. Так, так, так. И здесь уже пак. По-любому. По-любому пак. Альма, ну что, поднимайся. Иду к цели. Ворон, давай тоже сюда. На возвышенность. Будем готовиться. Направляюсь на точку. Так, ты к углу перезаряжайся. Жестянчик сюда. Overwatch. Подходите, гады. Так, крутышка. Ты у нас полностью заряжена, да? Выхожу. Ясно. Буду на чеку. Так, Зедмен. Че, перезарядимся? Пока есть оно такая же возможность. Они обходят по флангам! Они обходят! Неплохо. Главное, наше укрытие не сбей, а то там парни сидят за одной лавочкой. Под половинчатым кавером, а ты прям по ней фигачишь. Он следов понаставлял. Так, 97 руки молнии. Уклонение. Ладно. Зараза. Зараза, что сделаешь? Так. У тебя же синий экран? Давай. Отличница. Скатертью дорога. Действительно. Смерть с небес. О, чувак. Еще царапина. Цель не поражена. Что-то с пистолета Альме не везет. Ладно, ну что, у тебя 50... Ой, это пулеметчика. Я подумал, что это снайпер. Снайпера нам дайте. 85. Вот это уже похоже на правду. Двойка? Да что за уклонист-то такой? Он, походу, от Вайнкона бежит откуда-то. Уклонист прям капец. Так, ну что? Блин, и отсюда мы его не обойдем. Будет сделано. Так, 60%. Давайте пробовать ковырять. Слава богу. Хоть тут не уклонился. Готов. Так, перезаряжаемся. Можно начинать. Слушаюсь. Ясно. Начинаю наблюдение. Ясно. Буду начеку. Так, тут перезарядочка, пока можем. И в наблюдение. Гляжу в оба. Еще робота слышу. Сейчас снайперов перезарядим и пулеметчиков. Рок-н-ролл. И двинем дальше. Ходов пока что 9. Зона эвакуации недалеко. Продолжим. Ага. Там у нас Архонт и солдат, да? Еще и робота слышал. Либо робота, либо это Андромедон был. Готовность номер один. Давайте пулеметчика поближе. Начинаю наблюдение. Действую. Ну подходите, гады. Так. Firebrand has a limited window to provide extraction. Зону поражения, пожалуйста, нам. Ну что, потихоньку пойдем пулеметчиками выходить. Сделаю. Target identity confirmed. Ах.
Альма, не подведи. Я понимаю, конечно, этот архонт, но хотя бы покоцай. Отличница. Так. Это вообще можешь положить, если попадешь. Добивашка. Красава. Красава. Прищучила. Разговора нет. Но этого можешь сильно не стараться, его разберут там мальчики и девочки. Восьмерочку. Пойдет. Один хп оставила. Так, архонт злорадствует, боевое безумие включил. Так, что делаем? Подожди. Сотенку это по випу, 90 по архонту, 63 по солдату адвента. Так, 90 архонт. Добивашка сработала. Отлично. Не зря я на вторую снайперку взял. Продвинутое добивание поставил. Все-таки роляет. Получше, чем лазерный прицел. Принято. Так, здесь 55. И давайте посмотрим, что по взлому. Двигаюсь к цели. Так, 66. Неудачный взлом повышает защитную мобильность противников. Ну, в принципе, тут в этом паке один солдат остался. Нам на него как бы шибко-то сильно ничего не надо тратить. Давайте рискнем. Пойдет, пойдет. Небольшой запас материалов. Как раз им потратились перед миссией. Хорошо. Так, 49 нет. Ага, у тебя смерть с небес включилась, да? Можешь из писта только пострелять. Ладно, перезаряжайся. Вот так. Так, здесь, если стрельбу на бегу, я думаю, особо не рольнет. Я пошла. Так, здесь 49 также, да? Не-не-не-не-не. Давай-ка подрыв сыграем. Дабы солдатик там себя вольготно не чувствовал, пусть валит оттуда. А мы его на овервотчах соберем, я думаю. О, 71. Можно сейчас попробовать. Так, тут 69. Овервотч. А здесь попробуем 71 рольнуть. Пойдет. Хорошо. Готов. Готов. Все-таки еще один пак там есть у нас, да? Так, ну что, идем смотрим. Я пошел. Так, и где кто? Музыка заиграла. Но я не вижу никого. Хорошо, гранатометчиков тогда на линию выводим. Но я опять никого не вижу. Где? Где все? Сделаю. А у нас между тем 7 ходов всего. Ребята, я никого не вижу. Так, окей. Что, надо тогда двигать снайперов? Шевелись! Нет, Альму поставим здесь пока на время. 7 ходов, да? Раз, два, три, четыре,
Да, где-то 4. Пока пусть стоит в наблюдении. Подходите, гады. Готовность номер один. Сканирую. Буду настороже. Никого не видит. А почему музыка? Почему, блин, музыка? Будет сделано. Ага, вот почему. Так, тяжелый робот в наблюдение встал, да? Если мы сейчас проведем рейнджером задержание, у нас получается ходы кончатся, да, на этом? Это как бы не айс. Блин, а тут не докидываем, нам надо пройти чуть-чуть вперед. Чуть-чуть вперед. Нам, значит, надо снять Overwatch. Overwatch. Так, руки молнии по кому? Нет, сюда не надо. 79-39. А он дальнего робота вообще не видит. Снайпер. Жесть. Блин, ну нам по идее как бы надо рейнджерам отойти, чтобы снять. Давайте. Давай. Стрельбу на бегу. Overwatch уже будем иду. Снимать. Ага. Критом. Вот так вот, наблюдение отменено. Так, ребята. Теперь. У кого у нас маяк? Рейнджер отстрелялся. Здесь вот один. Хорошо. Ну отлично, трех задеваем, трех хочу. Ну только что же было, нет? Нет, никак. Блин, о! Работает. Страйк! Страйк! Хорошо. Так. Жестянщик. Давай-ка сюда. Надо блокировочку на вот этого тяжелого мэка. Он может подосрать. Так. Просто отключи. Ага. Нифига, не сегодня, да? Ясно. Понятно. Меткость и защиту цели повысили. За просто так. Да, жестко. Жестко. Ну что, добивай робота. Молодчик. Объект выведен из строя. Так, здесь зоны поражения нет, но ты видишь, в принципе, вот туда. Блин, 6 ходов. Не нафиг, снимайся. Следую оттуда. Давай сюда. Так, а вот это вот куда-нибудь подальше от машины. Ну вот сюда вот маяк. А то, не дай бог, в машину еще попадете.
Ну, ходите, товарищи. Нифига, 9 урона. Да, нехило такое, если по солдату попадет. Так, 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 ребятки, что у нас? Руки молнии. Бесплатное действие. На кого? 84. Ну-ка. Альма. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это плохо. Вот это капец как плохо. Ты зачем в машину-то бухнула? Так, ты уйти сможешь куда-нибудь подальше? Сможешь, отлично. Выполняю. Давай, вали отсюда быстрей. Вот тут чуть катастрофа не произошла. Так, ребятки. Да, командир. Девяносто пять, 79. Давай в офицера. Отлично. До встречи в аду. Так. Снайперов. Сразу подальше отводим. Вас понял. Двигаюсь к цели. За дело. Зедман, ты работать будешь сейчас? Лечу туда. Так. Принято. Сотенька, огонь. Ну вот, отлично. Пора рисовать звездочки. Пора, пора. Все меньше. У них подкрепление. Так, Рейнфорс. Menace 1-5, we're picking up an enemy transport inbound on your current position. Брэдфорд, я в курсе. Все будет хорошо. Так, они у нас вот здесь, да? Тут у нас, в принципе, просматривается все. Снайпера тут, да? Альма? Пожалуйста, нам зону поражения. Я внутри. Так, здесь. Здесь. Дальнее наблюдение. Так. Крутышка, ты у нас бежишь. Задача ясна. Так, здесь. Я пошел. Ну куда? Можно же было просто обойти дом. Зачем через крышу-то? Здесь сюда стоим наблюдение. Ясно. Буду на чеку. Так, ты давай бегу сюда. Зедмен. Сделаем. Сюда и перезарядка. То один патрон в обойме не очень хорошо. Так. Крутышка уходит. This is Firebrand. VIP is secure. Ага, ага, давайте. Отлично. Молодцы. Объект выведен из строя. Куда?
У Альмы еще патроны не кончились, так просто не получится. Пойдет. И еще разок. Ох, тут сейчас броньку прошредерим. Отлично. Да, Брэдфорд, я все понял. Ну что же ты, Зедман, не забрал? Можно же было с Критом долбануть. Ладно. Укай. Че, молнии? Посмотрим. Пойдет. Готов. Готов, да? Какой базар? Я мигом. Иду. Ну, варвар, что, забирай. Повышайся уже. Сколько можно в одном звании сидеть? Спекся. Спекся. Подкиньте боеприпасов. Так, ну все, в принципе. Снайпера сейчас доводим сразу. Выдвигаюсь. Координаты получены. Начинаю наблюдение. Все. Ждем еще ход. Все, рейнфорса нету. Никаких подкрепов. Летим домой. Я в пути. Ну, отлично. Status confirmed. Mission accomplished. Так, через два дня придут материалы, у нас выйдет основной состав. Специалист имеется в виду, с основного состава выйдет из лечебки. И пойдем кодекса забирать, охотиться на него. А то уже я смотрю, тут андромедоны пошли вовсю. Да, роботы второго уровня, тяжелые. Уже как бы все, надо на кодекс охотиться. Troops to expect the best, and that's what you've shown them, Commander. Well done. И никто повышения не получил. Ну ладно, хоть разведданные привезли. You have done an outstanding job leading the resistance, Commander. Окей. Так, материалов 326 у нас. Ого. Ого. Это хорошо. А что можем тогда из тактик еще? На снайпера еще взять. Дополнить 10% к шансу нанести крит. Специалисту можно абсолютное спокойствие. В наблюдении. Вот рейнджер, атака противником с фланга. 3 единицы урона. Тоже тема. Но это все 600 материалов. Охренеть.
Или, может быть, пока вот держись, боец. Но я думаю, сейчас пока повременим, посмотрим, что у нас там с технологиями, с исследованиями по времени будет происходить. И потом уже будет видно. Там вон ресурсы еще подплывут через 2 дня. Так, материалы не сейчас. Тут у нас данные станции, один день остался. Надо их доролить, докрутить. Данные станции, окей. А, их еще надо исследовать, да? Я думал, сразу откроется. Сразу откроется, оказывается, нет. Так, ладно, строительство антенны. А у нас контакт еще, по-моему, да? Должен следующий в какой-то там миссии. Мы брали Прокова, что следующий контакт будет наполовину стоимости. Priority message coming through, Commander. Putting it on screen now. Your progress against the aliens over the past month has been significant. Так, что у нас тут? But there is still room to improve. Задействует безликов в каждой миссии. Вот это можно убирать, по идее. Потому что если бы с этих безликих давали бы трупы на маячки, а как мы выяснили, с таких миссий не даются трупы безликих на маячки. Нахрен они тогда нужны? Шельц пытается уничтожить XCOM, применяя грубую силу. В течение месяца будет задействовать больше солдат. Ну вот больше солдат как-то на миссии — это хорошо. Это больше экспириенса, больше опыта у нас, у наших солдат на миссии, больше повышений. Это окей. Так, ответный удар 4 недели, строительство нового объекта через 5 недель. Раскрывать скрытые события не хочу. Потому что так сейчас открытие регионов стоит каких-то немеренных разведданных. Так, радиотранслятор достраиваем. Проникновение в череп. Отлично. Что-то откуда-то из-под земли аж прилетели. Камера прилетела откуда-то из-под земли на наш корабль. Так, черепной бур. Экспериментальный нет. Черепной бур еще один нет. Для чего? Костюмы нет. Тогда убираем инженера. Нечего производить в зоне испытаний на данный момент. Куда тебя пульнуть-то? И куда? И куда? We've been picking up some weird transmissions lately. It sounds a little like German, but it's hard to tell. Инопланетная техника. Так, 129 материалов, сплавы, кристаллы. Здесь только материалы. Давайте технику. Тут через 10 дней освободятся, подключатся к нему. Так, так, так. Здесь может что-нибудь ему по оружию. Автозаряжание, улучшенный приклад. Улучшенный приклад 3 урона, да? Здесь автозаряжание и так стоит, модифицированное. Да вообще автозаряжание, не думаю, что нужно оно. Модифицированный приклад можно будет кому-нибудь, но пока что не думаю, что кому-то оно пригодится на данный момент. Так, расчистка. Так, 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 так. Станция связи. Так, а что у нас по станциям связи? Контакты 6 из 7. Один контакт и все, да? А станция связи у нас одна. А если улучшить?
Да, можно будет инженера сюда втыкать, да? Еще 125 материалов. Угу. Стоит так сделать и поставить зал теней, может, пока что, а станцию связи потом, попозже, но вот через 9 дней сюда воткнуть еще одну. Или через 9 дней зал теней лучше воткнуть, а здесь станцию связи. Тут 200 материалов, 5 энергии. Энергии хватает. Материалы пока что есть. 32 дня строится. Это 30. Но лучше, наверное, воткнуть станцию связи, раз она больше по дням. А потом зал теней. Resistance communications facility construction initiated. Окей. Так. Все как-то так пока что. Reading you loud and clear. Окей. Да, да, я в курсе. Материалы не забрали, там все такое. Так, что-то у нас по контакту. 80 разведданных. Блин, а мы, по-моему, уже что-то брали по поводу половину снизить требования к контакту. Или оно действует только до конца месяца. Как-то непонятно. Непонятно. Ну давайте тогда черный рынок. Глянем, что там. Инженер, куда нам их солить? У нас инженеров 8 человек. Лучше бы ученых дали. Так, вот сплавов у нас вроде как бы хватает. А вот Иллерия, что-то у нас мало, да? 50 разведданных. Нужен ли нам Иллерий дальше? Для чего-нибудь? А когда мы это узнаем? Когда у нас тут что-нибудь отстроится? Так, силовая броня через 18 дней. Тут у... Research is proceeding as planned, Commander. Так, тут сплавы Иллерии. Трупы. Ну, разведданных на 50. Данная станция за 2 дня. Вот это можем потом сделать. И слетать на какую-нибудь станцию. Еще аватар пощемить немножко проект. Так. Но Иллерий-то да, по идее, нужен будет для исследований. Я не могу признать это Шен. Но есть одно, что я потеряю больше, чем мой лаборатор. Эти дамные джуси адвент-бургеры. Я не знаю, где они взяли. Так, а по производству потом... Нужно будет Иллерий. Сплавы, да? Сплавы для производства, скорее всего, Иллерий не надо будет, только для исследований. Дальше сплавы. 300 материалов, 60 сплавов. Да, на броню третьего тира и на оружие сплавов-то, наверное, понадобится нормально так. Лавов нормально так понадобится. Ладно. Так, так, что можем продать?
по 5 трупиков, наверное, оставим, да? Так, копейщики пусть пока, наверное, будут. Обломки будут, мутоны. Пять пусть останется. Но турель. Не знаю, нужна ли. Берсерк пусть будет. Щитоносец. Мы вроде бы их исследовали. По-моему, от них ничего интересного. Так, солдат Адвента 8. Нам их как минимум штук 10-12 надо будет. Вот их не продавать. Так. Архонт пусть пока будет. Вот автозаряжание нафиг не нужно. Патроны трассирующие. Ладно, пусть будут. Вдруг какому-нибудь новичку или еще кому-нибудь там. Если он у нас откуда-нибудь прилетит с какого-нибудь региона, континента, ему отдадим. Окей. Как-то так. Так, давайте в штаб. Может, там все-таки есть ученые. Все-таки исследования, несмотря на 6 ученых, делаются как-то очень-очень долго. Инженер опять. Да вы издеваетесь. Нахрена мне инженеры? Мне они не нужны. Так. Так, Европа нам даст. Все проекты зоны испытаний стоят на 50% меньше, а нам зоны испытаний какие еще проекты даст? Там дальше по броньке, да? По оружию, наверное, уже нет. Если по броньке третьего тира что-то там, их за костюмы какие-то исследовать оружие на эту броньку. Угу. По-моему, особо так больше ничего. Остальное мы все уже и так исследовали. Ладно, контакт устанавливать надо по-любому. Потому как пропнет, не пропнет этот регион с заводом, я не знаю, после изучения данных о станции в нашей лаборатории. Но контакт надо ставить. Так. НЛО. Ну, погнали. Такой миссии у нас еще пока не было за это прохождение. Commander Tigan and Shen aren't going to be happy if we don't put the Skulljack to good use. We should have one of our soldiers equip it before they deploy. Так, тут у нас Морни в строю. Что, с двумя пулеметчиками идти? Тут, возможно, придется подразбивать всякие разные барьеры. Так, а Морни почему у нас без аптечки? Непорядок. Ну вот на этой тарелке, наверное, офицера не будет, чтобы кодекса подзахватить, да? Ладно, пойдем таким составом. Погнали. Set down in this area. Unfortunately for them, alien reinforcements moved in before they had a chance to pull anything off the ship.
We're heading in to take whatever we can. Secure the site and eliminate all hostile contacts. Menace 1-5, UFO site coordinates locked in. Move to secure the area, neutralize all hostiles. Удачи! Так, ну что? Надо вырабатывать какую-то новую стратегию и тактику, да? Скоро буду! Против тарелки мы же еще ни разу с вами не сражались. Пойдем потихоньку. Вперед, так, снайперов. Я бы такое дело, что посадил бы, наверное, поближе. Бегу. Давай, пошел. Да, сэр. Так, и пулеметчика тоже на передний фланг. У нее гранаты осколочные всякие разные, кислотные. Ага, отлично. Архонт Змеюка, да? Буду на стороже. Пойдет. Так, кого видим? Архонта видим, да? А если мы вот так вот... Буду на стороже. И муха не пролетит. Двух снайперов наблюдения и вот сюда вот куда-нибудь и слотную, да? Ловите подарочек! Двух зацепим? Или только по архонту? Ну, пак-то сорвем точно. Нет, только по архонту. Змеюку не запанули. Отлично. Первый снайпер. Второй снайпер. Но архонт не минус. Еще 3 хп. Ну, в принципе, то. У архонта тут немного, да? Осталось, его может яд дожечь. 4 хп. Мне бы змейку. Можно? Зедман, змейку можно? Хорош, спасибо. Спасибо. Класс. Класс, не спорю. Потом разберемся, что это такое. По-любому разберемся. Ну ты красава. Так, так, так. Так, 70. Давайте, ребятушки, решаем архонтов. Молодец. Мертвее мертвого. Легкий курок. Отлично. Давай перезарядочку тогда. Так. Здесь давай поближе подойдем. Садила. Если что, прикроем, да? Я же должен... Да, вот, наблюдение включилось. Хорошо. We just picked up an outbound signal coming from the UFO. It's some kind of distress beacon. You need to get inside that ship and shut down the signal before they send their whole fleet after us. Так, рейнджер. Стрельба на бегу. Ясно. Давай-ка он туда за камушек лут подбери. Так, всего ядерка. Иллирия, ну ладно. Неплохо. Никого не видишь? Никого не видишь. Сейчас разберемся. Ясно. Начинаю движение. Так, пулеметчиков на передний фланг. Морни, давай, тебе надо
идти сюда. Потому что надо к маяку подходить, к аварийному, как можно быстрее и отключить его. Иначе начнутся подкрепы, которые нам нафиг не нужны. Выполняю. Смена магазина. Так. Overwatch. Overwatch. Тишина, да? Так, там у нас никого нет, надеюсь. Я надеюсь. Действуем. Так. Пора пробежаться. Начинаю наблюдение. Есть. Опа. А вот это не вовремя. Альма, ну-ка. Мимо. Вот это капец, как не вовремя. Намазать нельзя, да. Так, 27.41. Жесть. Двоих не задеваешь, да? Блин. Лови! Ладно, тратим гранату. Задело. Отлично. Нашим легче. Так, 27.41. Я весь внимание. Overwatch. Варвар. Так, а больше нету никого, да? Тебе или отходить, но я бы, наверное, маяк взял бы, кинул. Потому что отходить смысла нету. Так, змея сложилась. И этот сложился. Ни хрена себе, вот это рального яд, конечно. Вернее, кислота. Зря маяк выкидывали, знал бы. Не кидал бы. Ну ладно. Хорошо. Так, так, так. Ну что, идем отключаем. Там еще сразу один пак. That's the distress beacon. Move in and disable it before the aliens get a beat on the UFO. Да, вижу. Да. Нет нам покоя. А он прямо вот здесь за дверью встал, мутон, выбежит, значит. На следующий ход выбежит. Ломаем терминал. Так, ломаем. Distress signal. Looks like the skies are quiet. Альма не видит никого. Так, Зедман, я бы сделал так. У тебя мясорубка, встань сюда.
кинь вот сюда маяк. Прикрываем таким образом рейнджера. Так, Альма. Выполняю. Ясно, здесь Overwatch. Давай наблюдение. Наблюдение. Не подходите, гады. Так, 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 крутышка. Куда бы тебя поставить так, чтобы не прилетело? Уже иду. Начинаю наблюдение. И еще один пак сразу, офигеть. Ну, Альма, соответственно, через стенки тут значит, не попадет. Так, здесь. Хотят с фланга обойти. Хорошо. Снайпер. Отлично. Если что, у нас у рейнджера еще мясорубочка была, добили бы по-любому. Так, этот по маяку. Маяк пока держится. Так, и там еще солдат, по-моему, есть Адвента, да? Боже! Угу. Отлично. Так, тут у нас три патрона, три выстрела, может быть. Начинаю наблюдение. Тут этих козлов, как сельди в бочке. Перезарядись-ка. Я готов. Ну подходите, гады. И муха не пролетит. Так, 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 так. Иду к цели. Сегодня я в ударе. Ясно. Начинаю наблюдение. Ну, держитесь, ребятки. Есть попадание первого. Промах. Плохо. Второй снайпер. Есть, отлично. Мазать нам нельзя. Мазать вообще нельзя. Как в тире. Сейчас же выбегут скоты. А я, а откуда он с крыши? Ты читер, ты как это сделал? Он как бы совсем охренел, что ли, этот Мэг. Хорошо. Управление. Все, до свидос. Плюс маячок-имитатор. Называется Мэг Адвента. Так. Так. Дальнее наблюдение. Снайпер. Дальнее наблюдение. Ясно. Буду на чеку. Перезарядочка. Так. Так, так. Я перезарядился.
Выполняю. Ясно. Буду на чеку. Ну-ка, Зедман, отойди за полный кавер. Ну его нахер. Подходите, гады. Ясно. Буду на чеку. Давайте, ребята, не подводите. Сами себя и меня тоже. Ромах, Альма. Восьмерочка, хорошо. Урон нулевой. Добрали. Молодцы. Так, три овервотча минус. Мимо. Бля, это офицер. Извиняюсь за мой французский, но это офицер. Так, Overwatch. Overwatch. Нет, на по офицеру работать. Так, Мэг, выйдите, пожалуйста, на линию огня. У нас тут два противника в овервотчах. Вот так вот, да. Отличненько. Так, 72. 49. А мы добавим. А нам не жалко. Граната! Хорошо. Вражеская группа ликвидирована. Кайф. Так. Перезарядка. Здесь поехали. У нас Overwatch. Ясно. Буду на чеку. Так, куда ты там хочешь? Мэка выстрелить? Пока не надо. Мониторю сектор. Так, здесь у нас... Давай-ка отойди на всякий. Ну его нафиг. Буду на стороже. Действую. Тут перезаряжаемся. Время убивать. Давайте всеми перезаряжаемся. Рок-н-ролл. Перезарядился. Кем можно и нельзя, да? Так, а Мэг, ты у нас пойдешь вовнутрь. К бою готов. Ну вот, отлично. Давай, постреляй там по сектоиду. По-моему, у него еще ход есть. Сканирую. А мы пока тут... Готовность номер один. Подготовимся. 51%? А, ты со снайперки может выстрелить? Ты же у нас прошлый ход заряжался, да? Тогда дальнее наблюдение. Мониторю сектор. Может и прокнет. Подходите, гады. Гляжу в оба. Так, что будет делать? Мэг еще под нашим контролем. По-моему, последний ход у него. Надо его убивать сейчас. Ну вот, нашим проще уже добить Мэка. Минус один хп. Так, снайпер. Молоток. Красавчик. Мужчина.
Ага, зомби поднимаем. Пойдет. Так, Кальма, кого видишь? А, зомби увидишь. Зомби нам не надо. Тоже зомби. А кто-нибудь видит сектоида, ребята? Только Мэг. Блин, да что ж такое-то? А, он закованный стоит. Его кроме Мэка никто не видит, да? Можем, конечно, сюда долбануть, но тогда материалов много на тарелке. Пострадает, да? Нет, зомби ты не добивай, ты вставай. Сегодня вот так вот. Ударим. Пулеметчиком попробуем зомби добить. Но не добиваем, да? Ладно. Нет, ты тоже в наблюдении. Ты в ухо не пролетит. Держу сектор. Я весь внимание. Сегодня я в ударе. Так, все, Мэг уже не под нашим контролем. Змейка. Так, Альма, работаем. Хорошо. Ты что, дебил, что ли? Нашим пулеметчикам майн-контроль не страшен. Так, хорошо. Этот выбыл. Дальше Мэг. Альма, у тебя синий экран. Ну вот зря ты, конечно, промахнулась. Так. Здесь под ядом промахиваемся. Снайпер, забери. Промах. Да вы что, ребята? Вы издеваетесь? Красавчик, Зедман. Просто спас положение. Класс. Так, ну что у нас тут? Яд. Я в порядке. Да, тут все норм сейчас будет. Где у нас тут протокол лечения? Яд нейтрализуем, все сделаем. Все? Все. Главное, по яду не бегай, и все будет норм. Медику вообще посрать на этот яд. Так, Зедман забирает его сектоида. Скатертью дорога. Действительно, туда его. Так, что у нас тут? Руки молнии. О, давай. До свидос. Спекся. Status confirmed. Mission accomplished. Неплохо, по-моему, неплохо. Ядом пульнули
на один хпшечку, да? На одну хпшечку. Но я думаю, это немного дней в больничке. Думаю, не больше 3-4. Ну, хотя, фиг его знает. Прилетим, посмотрим. Это у нас кого? Пулеметчика, да? И ядом. Прям сидят так интересно, пулеметчики друг против друга, снайпера друг напротив друга и рейнджер со спецом друг напротив друга. Good work out there, Commander. Да, 3 дня. Крутышка у нас, и она с повышением. Так, артиллерийский залп, использование гранат, броски и стрельба из тяжелого оружия. Первым действием не завершает ход, шквальный огонь. Пускает играть пут, который гарантированно поражает цель, но серьезно расходует боезапас. Ну вот это тоже интересно, конечно. Шквальный огонь, но оно как отдельное действие. По-моему, там сколько-то надо на перезарядку. Но не написано, сколько на ходов на перезарядку. Артиллерийский залп, если мы с места гранатой, то потом еще можем или отбежать, или встать в Overwatch, или пострелять. Это неплохо. Берем. Так. О, материалов поболее у нас стало. Это хорошо. Так. Идем на глобальную карту, смотрим дальше, чем доступны ресурсы, это в курсе. Так, сплавы. А у нас сплавов, ну, так чтобы сказать, дофига. Как бы они нам понадобятся на оружие и на броню, да? Дальше. Становление контакта 6 дней. Сплавы 5 дней. Но сплавов может быть там штук 20, тоже как бы такой себе вариант. Так, ладно, ставим контакт. Потом исследование закончится. Запускаем там за 2 дня было, по-моему, данная станция, да? Чтобы на завод безнаказанно полететь. Без открывашки континентов. Лимит станции связи. Последний контакт, кстати сказать. Что у нас там? Завод прокнул. Commander, the aliens are still moving forward on the Avatar project. Taking out that facility would deal a serious blow to their efforts. Coming through clear. New regional contacts located. Нифига себе, точечку региона заняли. Сразу везде все контакты открылись. Так, что по установлению контакта? 160 разведданных, да, дальше? Здесь везде так, да? 160. Так, и здесь у нас... Стоп.
стоит ли станцию связи строить. За сплавами может слетать. Так, инопланетная техника расчистится через день. Силовая броня через 3. Сплавы через 5, да? Сейчас нам материалы понадобятся, да? Через 3 дня. Давайте-ка ресурсы заберем. Ресурсы заберем, потом докрутим. Ага, не докрутим. Так, Европа. Чили, Западная Африка. Западная Африка. Скрытое событие, 106 разведданных. Ну, по разведданным хорошо, защита устройства. Чили, инженер нафиг не нужен. Демонстрация сил повышает численность врага на заданиях в течение месяца. Вот это вот вообще можем туда не идти. Не идти. Так, Европа, защита устройства. Экстремально сложно, добавляет скрытых безликих. Вот, вот это нам не надо. Правда, тут бы нам лучше бы вместо материалов награду по разведданным, вот как здесь вот. Ну что там защита устройства. Я вот думаю, что полетим вот сюда вот. В Западную Европу защищать устройство, получать материалы, да? Как раз предотвратим скрытых безликих, чтобы нам не подставляться на миссиях. Маяков все равно с них особо не понаделаешь, да, у нас 3 уже и так есть. Пока хватает. Так. Ну, на эту миссию поразмышляем, что, как, зачем и почему уже в следующей серии. И я, так сказать, между сериями еще посмотрю, может быть, в партизанской школе что-то выучить. Потому как у нас что? Потому как у нас 503 материала. А по тактикам мы можем... Снайпера. Рейнджера можем подтянуть, да? Тут же применение меча дает 15% крита, у него мясорубки. Это хорошо. И снайперу дополнительные 10% на шанс крит урона. Это тоже хорошо. Молниеносный я не думаю, что нам нужен. Не часто мы в скрытности. Месть тоже. Лишняя трата денег. У нас их немного. Можно потом держись боец взять. Но это, допустим, вот рейнджер, снайпер 200-200-400. А тут у нас 175. Все равно не хватит. Все равно не хватит. Так, что у нас тут еще? Персонал без дела. Все вылечились, что ли? Ну так иди сюда на расчистку. Так, еще что не использованы? Эллерио, что? А, типа никто ничего не исследуется. Ну, это как бы нафиг не нужно. Пока нам пусть будет. И контакты. Ну, контакты у нас станция связи уже вот поставится через 8 дней. Соответственно, у нас следующая поставка ресурсов через 11. Силовая броня через 3, да? Как раз с миссии прилетим. Расчистится инопланетная техника. Здесь у нас
Летим, забираем ресы. Если потратимся перед миссией на партизанскую школу, и как раз силовая броня готовится. Угу. А там у нас уже есть данные по станции, которые можно пока изучать, а на одну станцию уже лететь, громить ее, да? Которая у нас открыта в регионе. Вторую получим автоматом, про нее разведданные, через двое суток. И потом начинаем делать оружие третьего тира. План неплох. Неплох. Ну что ж, пока что все. На этом с вами прощаюсь. Увидимся в следующей серии. Всем добра и пока.